Всем привет, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня солнышко, но прохладно. Сегодня ночью вообще холодно было. Сейчас Игорь пришел, спрашивает, говорит, топить котел или нет. Я говорю, да, протопи, потому что полы холодные и у нас холодно. Сегодня у нас банный день. Я думала сегодня ничего не готовить, заниматься овощами, что я вчера выкопала. Но морковкой я точно сегодня займусь. Сейчас я ее помою, почищу и на терке, на комбайне, у меня мясорубка с этими насадками. Перетру, чтобы заморозить на зиму. Думала еще сегодня свеклой, но я пришла на кухню, открываю холодильник, у меня осталось две отбивнушки и одна тарелка картошки. Игорь даже удивился. Короче, все смолотили, поэтому мне пришлось опять готовить. Сейчас покажу, что я готовила. Так, я накрыла, видите, покрывалом здесь у меня она пропаривается. Ну, можно сказать, это рисовая каша. Короче, я промыла крупный рис, отварила как для ролл 15 минут. Ну, только воды побольше добавила, чтобы он такой был более клейкий. Вот, потом пошла в погреб, взяла две банки у меня индоутка в томате и с морковкой с луком. Добавила сюда эту индоутку, немножко еще посолила, перемешала, и пока вот оно горячее, я накрыла, чтобы оно пропиталось всеми вкусами. Это у нас такой типа плов. Маша попросила венские вафли. Вот столько вафель, три уже съедено. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и три. 17 вафель из 4 яиц. Сейчас скажу рецепт. 4 яйца, мука 300 грамм, разрыхлитель 1 пакетик или чайная ложечка соды, погашенная уксусом, не полная, без горки. Пол чайной ложки соли, 80 грамм сахара, 60 грамм масла сливочного, 200 грамм молока тепленького и ваниль. Короче, все это я засыпала в чашу для блендера, перебила, посмотрела, чтобы оно не сильно жидкое было, вот можно муку регулировать, да? Чтобы такое густоватое было. И все, как вот густая сметана. Наливала черпачком по 50 грамм. Такие вот вафельки. Маша из них делает пиццу. Но они такие не сильно сладкие. А вот можно джемом полить или мороженое положить. Тоже вкусно. Можно так есть. Не сильно сладкие, потому что вы видите, 80 грамм сахара на вот это все. Поэтому Маша себе такую пиццу делает. Она уже нарезала, смотрите, колбасу, натерла сыр. Кетчупом этим у меня, который варила, осталось немножко. Вот она этим кетчупом промазывает. Потом колбасу, сыр в микроволновке разогревает. И оно такими дольками, как пицца. И они кушают. Сейчас заварю. Ой, я не знаю, может даже какао кастрюльку сварю. Потому что молоко есть. Не хочешь какао? Нет, просто могу скисать. Скисать я будет. Ну, какао. Короче, одна хочет. Я небольшую кастрюльку тогда сварю. До вечера они ее выпьют. Все. Приготовила такое вот, получается, быстренько. Обед, и сейчас буду заниматься морковкой. Игорь морковку принес, сейчас отсортирую, крупную оставлю, потому что, ну, не всю ж надо тереть, горошек, если приготовить, салат или еще куда-то, надо, чтобы морковка была целая. А мелочь уже промою, почищу и перетрем на зиму. Вот столько мелкой морковки начистила щеточкой, боже, мне аж руки пекут. Конечно, тяжелая эта работа, эту мелочь чистить, ну, сейчас буду тереть. Ну, а это пойдет в подвал. Сейчас Игорь придет, заберет ведро с морковкой и вылит тазик. Ну, вот столько у меня морковки получилось. Сейчас занесу в морозильную камеру. Сейчас здесь оставлю, а другую занесу в подвал. Все, Игорь пришел, сказал, я уже протопил 60 градусов. Заканчивай, приходи. Так что пойду сейчас к Игорю. С утра у меня началась уборка ванны, потому что надо было поменять кролика, поменять кошку. Лотки это... Игорь вынес, Маша поменяла. В это время я держала кролика, думаю, заодно вычешу. Люди кролика, вот кто берет, они такие, конечно, милые, но не забудьте, что они самцы метят, их надо кастрировать. Сама, как я понял, тоже кастрировать надо, потому что у них потом онкология. И они линяют очень сильно. Вот сейчас как вот зайцы в природе линяют, так и кролик. Ой, все в пуху, давай его смачивать, давай вычесывать, бедный трясется, я сама вся в пуху. Кошка ждала лоток, Маша принесла лоток кролика, она в этот лоток прыгнула, я ее достала, это, кинула в ванну, не кинула, так как бы это, за шкирку взяла и поставила. Она испугалась ванной, лапы были мокрые, это, в опилки влезла, вся ванна в опилках, давай мыть ванну. Вот, после кролика мыла умывальник, вытирала всю себя.
Вот сейчас пойду в ванну принимать. Так что у меня сегодня началось с хорошего. Поменять лотки, потом вычесать кролика. Потом, получается, еще была ванна, умывальник, весь пол в ванне. Вот, ну и вот так занималась готовка, заготовка. Сейчас у детей пошла школа. Даша сегодня ездила за учебниками. Вот, ну, учебниками какими-то дополнительными, с подружками вместе в город приехала. Говорит, мама, я не знала, что они столько дорого стоят. Я говорю, да, дорогое удовольствие. Сейчас говорю, Маша, там родительский комитет закупает, а вот Даша сегодня ездила сама. Так что сейчас пока деньги на исходе, потому что все пошло на школу, подготовку к школе. Сейчас еще вот Маше тут сдавали деньги, чтобы полотенце по 2 рулона надо, по 2 рулона туалетной бумаги, по 2 упаковки салфеток на каждого человека. Не знаю, как у вас в школах, но вот в этом году у нас так сказали. То родительский комитет, как я поняла, сами закупят, мы деньги сдавали. А вот Даше сказали принести сами эти полотенца, туалетную бумагу и салфетки. Так что сейчас только начало. Еще художки, я не знаю, вроде как все закупилось. Ну, посмотрим. Сейчас Даша еще и художка. Выпускной класс. Период тяжелый. Так что вот так. Сегодня у меня такой день. Спасибо, что заходите. Не забывайте. Надеюсь, вам не скучно. Мне просили, Наташа, снимай все. Нам интересно. Надеюсь, интересно. Раз заходите, смотрите. Спасибо большое. Вот пойду в баню, потому что Игорь меня уже ждет. Сейчас подготовлюсь все и буду отдыхать. Возьму свои крема, маски, соль. Мне очень понравилось. Особенно вот который корректирующий гель, такой с мятой. Вот этот. Вообще тело обалденное получается. Так что пойду сейчас буду релаксировать. А вам всего хорошего, здоровья. Всем пока.